Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик про Rustlight. Сегодня у нас вышло небольшое обновление, а точнее патчи. Хочу рассказать вам, что добавили, что сделали и так далее. Ну, давайте начнем, наверное, с самого таких простых. Это патчи, что у нас было сделано. Первое, это получается, что сделали. Это добавили мероприятия всякие, космические рейнджеры и так далее. Второе, что нам сделали, это изменили, получается. Раньше у нас была Луна, виртуальная валюта Луна. Теперь изменили на новый фунт. То есть при... продажи, допустим, вот я хочу продать, извиняюсь за клацание мышки, допустим, хочу я продать вот PS-ки, да, раньше я продавал за эту валюту, теперь я продаю, видите, за новый фунт, то есть вот за эту валюту. Также при покупке, допустим, я захожу в торговлю, видите, тоже за новый фунт теперь покупается все. В тайной контрабанде вы можете обменять вот эту валюту вот на эту валюту, зажимаете. Допустим, я хочу купить 10 тысяч за 1 700 000, я покупаю все. Еще, допустим, хочу купить, еще покупаю. Не знаю, как это отразится на рейтинге, но пока, как мы наблюдаем, у нас в рейтинге все так же по Луне, видите? Хотя должна как бы быть на том, что ну, совмещаться это рейтинг отображаться. Думаю, в будущем они это все сделают. Так, поехали дальше. Что у нас дальше добавили? Добавили, получается, режим. Выбор режима от третьего лица и от первого лица. То есть, вот если наблюдаем, то у нас есть... Если вы выбираете вид от третьего лица, то у вас все будут играть от третьего лица. Если вы выбираете от первого лица, то у вас будет играть от первого лица. Также, получается, скорректирован подбор игроков в обычном режиме. Теперь в матч будет добавляться либо рано новые игроки, вплоть до максимального лимита. То есть, как мы знаем, после обновления прошлого... Когда вы заходите, выбираете на карту, да, где вы хотите спавнитесь, если там играет 2-3 человека, то есть вы их убиваете, либо они выходят, то все, больше, в принципе, ну, 1-2 может подрузиться к вам, и все. Дальше там остаются чисто боты, и вы спокойно лутаете там свои 2 этих аэдропа и уходите на выход. Сейчас же будет как? Допустим, вы запускаетесь на город Кияма, там максимально 12 человек. То к вам может по максимуму, если, допустим, никто не выходит, да, то вам максимум подружает 12 человек. И на карте могут быть до 12 человек, что может быть очень хороший замес. Это меня очень зашло. То есть теперь могут быть нормальные замесы. Также, получается, оптимизировали механизм подбора предметов и проверка расстояния. Теперь светлячки могут легче подбирать предметы. Ну, допустим, смотрите, когда вы убивали человека, то у него там шлем отлетал далеко, там оружие тоже далеко, или вы эти в кустах бегали, искали. Но теперь плюс-минус она будет находить все предметы. Там уж шаг влево, шаг вправо сделали, и она будет показывать новые предметы, которые валяются вдали от вас. Также, получается, сделали так, то, что когда вы убиваете человека, и его оружие падает там на склон, на лестницу, то она как бы багается, и вы не можете его подобрать. Это все пофиксили, теперь все подбирается. Также добавили, получается, точнее, оптимизировали стрельбу. Это звук стрельбы АК-103, МДР, РП-16, КАР-58, КС-14, Вектор, П-90, СВДС и ДР-10. Как пишут разработчики, типа, для создания более захватывающего боевого опыта. Не знаю, чем мне нравились им звуки стрельбы, да, ну ладно. Уменьшили вес брони с 1 по 5 уровней. Почему 6 не захватили, не знаю. Допустим, когда я делал 6 сет, Элику, допустим, большим рюкзаком, то я уже сначала катки не мог бегать. Потом также уменьшили, это получается, вес предметов. Предметов именно вот кейсов. Ну, допустим, вы с собой берете там им кейсы, да, для лута. Ну, допустим, вы там берете какие-нибудь такие вот кейсы, да, то они раньше были тяжелые, сейчас они вроде бы как полегче стали. Так, добавили такие подсказки на карте. Чтобы, может, кто еще не знает, я вам подскажу. Смотри, допустим, вы заходите на склад. Вот хотите вы найти, да, такую вот фигню, да, то вы называете советы. Выбираете карту, и она вам показывает, где это все есть. На это вы можете глянуть на, получается, складе. Теперь же вы открываете карту, у вас там будут такие подсказки, и вы по этим подсказкам в самой игре можете также найти этот предмет. То есть вам прям трекеры покажут, где они находятся. Наконец-то, после долгих молитв и просьб, они сделали, все-таки пофиксили то, что добавили с этим перегрузом. То есть теперь смотрите, если вы несете более 40 кг, то ваша скорость будет снижена, немного снижена. А при весе более 55 кг, скорость передвижения снижается на 15%,
То есть вы уже не можете бегать, вы будете ходить. Также добавили такую настройку, типа включение, выключение, разрешение на, за наблюдением за вами. Ну, не знаю, смысл от нее, типа, пускай наблюдает за мной, что он мне не мешает. Ну и самое главное, это получается наш новогодний, получается, космический рейнджер. Вот такие награды, получается, скин добавили. Как по мне, скин не очень. Потом добавили скин на КМ. Вот это мне больше зашло. И скин на МС-1. Потом добавили луну, рамка для чата, рамка, аватарка, это смайлики, танец, лунная походка и рюкзак. Как видите, я уже выбил рюкзак, получается аватарку и рамку. Смотрите, вот эта вот тема, это не рюкзак, это скин, а точнее замененка. Если вы наблюдаете, видите, у меня чудо. На самом деле у меня, видите, замененка. То есть это замененка именно, он заменяет рюкзак. Как бы он также чудо, но при виде, как видите, он такой получается. Это более. Кто играл раньше, помните, да, как добавляли? Как видите, раньше добавляли такие скины вот. То есть это был прям именно рюкзак. Ты его берешь с собой, если ты умираешь, то ты его теряешь. Сейчас же такого не будет. Типа, у вас просто будет заменяться рюкзак на другой и все. Для вас это будет выглядеть так. Но когда чувак подбирает рюкзак, то у него будет обычное чудо. Если, конечно, нет у него скина такого же. Ну, на этом основные моменты я вам сказал. Ставим лайки, там дизлайки, не знаю, подписываемся на канал. Ну и пишем комментарии, как вам такие поправления, котировки, как вам вообще в целом обновление.